Осенью 2022 года на телеканале «Россия-1» вышло долгожданное продолжение сериала «Черное море» под названием «Баренцево море». Зрители снова встретились с главными героями в исполнении Екатерины Вилковой и Павла Трубинера. Поскольку цифровая премьера сиквела уже состоялась, зрители делятся первыми впечатлениями и уже надеются на продолжение. Напомним также, в картине снялись Игорь Петренко, Кристина Бродская, Сергей Маховиков и другие. По предварительной информации, дата выхода второго сезона из сериала «Баренцево море» может быть назначена на 2023 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий о любимых сериалах.